Здравствуйте. Полицейские насильники в Уфе и самоподрыв на пороге ФСБ в Архангельске. Такое нам и не снилось. Хотя и в Мурманске неделя началась с ЧП. Сначала авария на ЛЭП, а затем в доке судоремонтного завода в Рослякова. Однако и праздником нашлось место. Столетие комсомола, инаугурация нового мэра Мурманска. Настало время подвести итоги и восстановить хронику событий. В минувшую пятницу в Мурманске начались крупные проблемы с электричеством. Свет поочередно выключался в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах. Из-за перебоев поставки электроэнергии некоторые жители города остались без отопления и воды. А в понедельник вынужденный блокаут продолжился. Первые трудности начались в пятницу. Соцсети взорвались сообщениями о том, что электричество пропало в некоторых местах Первомайского и Октябрьского района. Отключались даже не дома, а целые улицы. Среди жертв блэкаута оказалась и городская больница. Несмотря на то, что учреждение имеет серьезную энергетическую безопасность, и благодаря источникам бесперебойного питания отключения врачи практически не почувствовали, некоторые высокоточные приборы пришлось отключить. На данный момент мной принято решение, и оно полностью сейчас отключено, потому что перепады электричества, они очень плохо влияют на его работоспособность. У нас отключился в том числе и сервер. А что такое сервер? Это вся система, электронная система, это и электронная история болезни, и прием пациентов мы перевели в приемном отделении вручной режим. Конечно, это все сказывается на, в том числе и на задержке пациентов в приемном отделении. Кроме того, скачки напряжения в сети привели к отключению в некоторых домах отопления и горячей воды. Сейчас МЭС уже работает в обычном режиме, но поволноваться специалистам все-таки пришлось. Энергетики были вынуждены производить на котельных в Мурманске и Североморске перезапуск оборудования. Соответственно, этот процесс объективно не быстрый и не может занять несколько секунд или минут, потому что это очень сложное техническое оборудование. Здесь речь идет и о котлах, и о центральных тепловых подстанциях, и о насосах. Но, тем не менее, энергетики в рамках тех возможностей, которые были, отработали очень оперативно. То есть здесь, по крайней мере, УМС может сказать, что все было надежно восстановлено. Негативно отразился блэкаут на работе городской дорожной сети. Светофоры выключились, на дорогах образовались серьезные заторы. Мурманские троллейбусы встали на обочинах, а их пассажирам пришлось мерзнуть на остановках. Потери огромные. Я могу сказать, только по пятнице мы потеряли за день 55 рейсов полных. Сделали порядка 160 укороченных рейсов, то есть тоже не довозили пассажиров. Поэтому потери огромные. Но самое главное даже не экономические, а то, что, в общем-то, в нашем регионе вот такие происшествия случаются. Не должно такого быть. В понедельник наконец-то появилась информация, что стало причиной массовых отключений в Мурманске и Североморске. Из-за налипания мокрого снега на провода и образования наледи произошел обрыв нескольких линий электропередач. Также под весом снега упала одна опора ЛЭП. На время восстановительных работ потребители запитали от резервной линии. Не успели мы оправиться от этого происшествия, как снова попали в ленты федеральных информагентств. На территории судоремонтного завода в Рослякова, где стоял на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», затонул плавучий док номер 50. Любопытно, что информацию жители Мурманска оперативно узнавали из инстаграма губернатора. Авария на 82-м судоремонтном заводе в Рослякова произошла в тот момент, когда адмирал Кузнецов после ремонта выходил из дока. Что-то в огромной конструкции не сработало, и она начала нештатно погружаться. При этом рухнуло два крана, один из них на палубу авианесущего крейсера. Плановая доковая операция по спуску адмирала Кузнецова на воду, которая вот проходила в ночь 29-30 октября, прошла аварийно. Проводил эту операцию наш подрядчик, 82-й судоремонтный завод. По ряду причин, которые, наверное, 82-й завод должен починить, произошло нештатное погружение плавучего дока. Но, несмотря на это, корабль был выведен из дока и штатно отбуксирован к причалу 35-го завода. Упавший кран пробил в палубе Кузнецова дыру размером 4 на 5 метров. Однако жизненно важные системы корабля повреждений не получили. А вот людям, которые в это время находились в доке, повезло меньше. Несколько человек при погружении конструкции упали в ледяную воду. Двое получили серьезные травмы. Еще 70 человек эвакуировали прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Сейчас имеется четверо пострадавших.
Трое пациентов осмотрено в больнице Сиврыба. Двое из них обслужены амбулаторно, один госпитализирован, находится в состоянии средней тяжести, в стабильном состоянии. Один пациент в тяжелом состоянии, крайне тяжелом состоянии, находится в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре. В реанимационном отделении сейчас врачи борются за его жизнь. Ситуацию в своем инстаграме прокомментировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она сообщила, что еще один сотрудник судоремонтного завода пропал без вести. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП говорить рано. Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная водолазная бригада Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. В 3:30 утра плавдок был полностью затоплен. Адмирал Кузнецов был отбуксирован. По факту нарушения правил безопасности во время ремонта в доке Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте. Из аппарата следственного управления выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел. В ходе производства следственных действий будет дана оценка, в том числе, причин возникновения крена плавучего дока. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока. Пока причины ЧП неизвестны, но сотрудники судоремонтного завода сообщали в СМИ, что док начал тонуть из-за перебоев с электричеством. В Росляково они возникают периодически с прошлой пятницы. В результате очередного скачка напряжения отключились насосы, и конструкция начала быстро погружаться. В то же время энергетики сообщили, что во время происшествия никаких скачков напряжения в районе судоремонтного предприятия не было. Плавучий док ПД-50 сейчас полностью находится под водой. Прогнозов по его возвращению в эксплуатацию пока нет. Между тем, это один из крупнейших доков в мире и единственный на Северо-Западе, способный вместить флагман Северного флота. По последней информации, крупнейший в России плавучий док могут оставить на дне залива. Решение будет принято специальной межведомственной комиссией после установки всех причин и обстоятельств аварии, заявил вице-премьер правительства Российской Федерации Юрий Борисов, курирующий вопрос оборонно-промышленного комплекса. Чиновник подчеркнул, что есть альтернативные доки подобного размера, поэтому происшествие не повлияет на сроки ремонта единственного в России тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который должен быть возвращен в МФ в 2021 году. На этой неделе ЧП были не только реальные, но и вымышленные. В Мурмашах прошли учения по эвакуации людей железнодорожным транспортом из зоны ЧС. В случае чрезвычайной ситуации в регионе основным способом эвакуации людей станет железнодорожный транспорт, главная артерия, соединяющая Мурманск с Центральной Россией. Из пассажирских и грузовых вагонов будут создаваться эшелоны, которые позволят увезти граждан из зоны бедствия. Для каждого населенного пункта разработаны специальные маршруты, а ответственные за внештатные ситуации экстренные службы регулярно проводят учения. В этот раз в качестве пострадавших привлекли целую группу студентов. В рамках подготовки к учебно-методическому сбору была проведена очень большая подготовительная работа, в рамках которой мы подтвердили еще раз для себя и для города, что все мероприятия, которые мы должны провести, проведутся в соответствии с намеченными планами, поэтому никаких шероховатостей быть не должно. Шероховатостей действительно быть не должно, ведь перед практической частью большой тренировочной операции, в которой задействован настоящий железнодорожный состав, ее организаторы и участники потратили не один час на изучение теории и схем. По ним им предстояло работать уже, как говорят, в поле, разыгрывая легенду чрезвычайного происшествия. Для этого на самом деле проводятся все эти мероприятия, чтобы выявлять те нестыковки, которые могут происходить. Особенно это проявляется как раз вот на практических занятиях, когда люди начинают на практике исполнять вот те инструкции, да, и методички, которые у них сегодня существуют, да, вот выясняется, что где-то какая-то нестыковка происходит. Созвучные слова «эшелон» и «эвакуация» в сознании большинства жителей области наверняка будут ассоциироваться с войной, самым страшным, что может представить себе миролюбивый человек. Но организаторы учений отмахиваются, мол, последний раз такие учения проводили еще в советские годы, и никакой конкретной причины для тренировки нет. Самой главной задачей была здесь даже не хронометраж. Мы здесь собрали представителей органов местного самоуправления и представителей тех пунктов, которые в случае необходимости будут формировать эти эшелоны. Я думаю, что вы, наверное, такой
такого вида подготовки не видели давно. И на памяти даже тех людей, которые занимаются давно, я сам занимаюсь с 1996 года гражданской обороны, мы такого не проводили именно с таким показом. Организатором сбора выступило Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Мурманской области. Его специалисты совместно с представителями РЖД, полиции, врачами скорой помощи и общественными помощниками наглядно продемонстрировали правила установки экстренных пунктов посадки и высадки населения и навыки транспортировки малоподвижных групп граждан. Также на этой неделе отрабатывали свои умения военнослужащие соединения ПВО Северного флота. На полигоне Ашулук в Астраханской области были произведены пуски зенитных ракет «Земля-воздух». Ракетчики успешно поразили все поставленные баллистические и динамические воздушные цели. В учениях задействованы более 500 военных, которые были переброшены на Ашулук самолетами транспортной авиации с аэродромов на Кольском полуострове. Учение продлится еще несколько дней. В ходе него бойцы зенитных ракетных войск Северного флота отработают полный комплекс задач по своему основному предназначению, в том числе стрельбу на марше и в позиционном районе, как днем, так и ночью. За отдельными практическими этапами учения наблюдал командующий адмирал Николай Евменов. Командовать парадом в Мурманске с этого момента будет женщина. Тамара Прямикова поклялась верно служить населению города-героя во время инаугурации, которая состоялась в четверг. Тамара Прямикова все 5 раз избиралась в Совет депутатов города Мурманска. Депутат с таким большим политическим опытом в Совете единственный. Наверное, именно поэтому парламентарии заполярной столицы за ее кандидатуру проголосовали единогласно. Самая торжественная часть церемонии инаугурации – присяга. Именно с этого момента Тамара Прямикова официально стала главой муниципального образования. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Верно служить населению города-героя Мурманска. Фактически Тамара Ивановна стала 33-м главой Мурманска и первой женщиной-руководителем областного центра. После присяги – поздравления. Обещание оказывать всестороннюю поддержку и самые добрые слова в адрес нового главы Мурманска. Женщины не захватывают, власть приходит к женщинам. И это, я считаю, совершенно объективно. Что касается Тамары Ивановны Прямиковой, то это человек, который заслужил великое доверие горожан своим трудом, своей ответственностью, тем, что она все созывы работала в составе депутатского корпуса городского, исполняла обязанности, являлась заместителем главы муниципального образования. Человек, вовлеченный во всю проблематику городскую, знает досконально, очень вежливый, корректный. Поэтому я считаю, что сегодня совершенно заслуженный венец ее работы. Ну, просто желаю ей многие годы быть в форме, быть человеком, который всегда востребован, человеком, который решает перспективные задачи, не только текущие, ставит задачи перед депутатским корпусом. И администрация Мурманской области, конечно, должна решать те задачи, которые ставят депутаты перед исполнительной властью. Мне довелось очень много лет проработать с Тамарой Ивановной бок о бок. И я прекрасно знаю этого человека, знаю ее трудоспособность, способность не считаться с личными вопросами, с личным временем, ее опыт и профессионализм. И самое главное, ее отношение к родному городу, который она искренне любит, в котором она прожила очень много лет и очень много сделала для людей, живущих в этом городе. Мурманск – город-герой. В Мурманске живут замечательные люди. У Мурманска богатая история и традиции. И управлять таким городом, на мой взгляд, очень сложно. И вот мало кому это по силам. Тамара Ивановна – один из тех людей, на мой взгляд, кто способен сегодня конструктивно работать на благо высокообразованных, с высокими, я бы сказал, запросами мурманчан, но при этом все понимающих. У нас замечательные люди, у нас замечательный менталитет. И я уверен, что у Тамары Ивановны все должно получиться с опоры как на мурманчан, так и на все органы власти, о чем сегодня все говорили. Я очень хочу, чтобы, и как об этом сказала Тамара Ивановна, у нее все получилось. В том смысле, чтобы планка работы власти оставалась высокой, чтобы богатейшие традиции нашего любимого Мурманска обязательно были у нее всегда в приоритете с точки зрения их укрепления и их развития. И мне бы хотелось, чтобы, как вот сегодня опять говорилось, чтобы власть была открытой, доступной, чтобы власть умела слышать
слушать и слышать, да, то, что наболело у мурманчан, то, что они считают важным и главным, чтобы власть решила в их интересах. Спасибо. Ей только добра и удачи. 29 октября комсомол отметил столетие со дня основания. В честь знаменательного события КПРФ устроили торжественный вечер памяти в одном из самых знаковых мест на атомном ледоколе «Ленин». В советские времена комсомольское движение сплотило буквально всю молодежь страны. На идеалах и принципах этого объединения выросло несколько поколений, которые строили предприятия, города и железные дороги. До сих пор о тех временах бывшие комсомольцы вспоминают с любовью. Комсомол объединял. Объединял же вообще всю нашу советскую, ну как, тогда же был СССР, советскую страну. И это было, правда, здорово. И была идея, был энтузиазм, было... Ну, очень было весело. Отметить знаменательный день столетия комсомола представители партии КПРФ решили на атомном ледоколе «Ленин». Место выбрали не случайно. Мощнейшее в то время судно-покоритель Арктики стало первым в мире, получившим ядерную силовую установку. Атомоход спустили на воду в 1955 году. Его строительство заняло всего 3 года. Так быстро его удалось завершить только благодаря сплоченности и общей идее того времени. С комсомольцами собирались, любую площадку использовали под спорт. Со спортом тоже дружим и всю жизнь. Очень, очень интересно. Мы и на ездили, и в походы ходили, кругом. И наш завод был очень активный был. Комсомольская организация. И дружная была такая, хорошая была. О том, как это было, пришли узнать и совсем молодые сторонники партии КПРФ, которые всеми силами стараются возродить в Мурманске комсомольское движение и вновь объединить молодежь. Я считаю, нам сейчас вот не хватает таких вот организаций, которые бы сплачивали молодежь, помогали ей как-то вот понять свое место в обществе, в жизни, для того, чтобы в дальнейшем как-то вот реализовать себя. Я считаю, что сейчас, вот, если бы возродить, было очень хорошо, на том уровне, что было раньше, то тоже не хватает нашим детям сегодня. Сейчас представление о жизни советской молодежи приходится строить лишь по рассказам старших. К сожалению, в свое время не довелось стоять в комсомоле. Я просто не успел застать это время. Очень жаль, потому что, зная по рассказам, было очень весело, были очень большие объединения, и молодежь вся как-то думала и жила в одном направлении. Но опять же, судя по рассказам родителей и родственников, судя по своим знаниям по истории, которые были приобретены в школе, я все-таки разделяю левосторонние взгляды и полностью поддерживаю идеи партии от самого начала до самого конца. Участники вечера памяти обсудили самые ключевые и знаковые события в истории ленинского комсомола и посмотрели уникальные кадры редкой видео и фотохроники советского времени. О прошлом, настоящем и будущем комсомола поговорим некогда с членом ЦК РКСМ в 90-е годы Олегом Рябцевым. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. А скажи, пожалуйста, ты-то при каких обстоятельствах вступил в эту организацию доблестную и как долго ты там задержался? Ну, у меня были такие обстоятельства. Я сначала вступил в коммунистическую партию в 93-м году, а уже компартия сказала, что надо заниматься молодежью, раз тебе 20 лет, вот возглавляй и воссоздавай комсомольство. Да, интересный путь, да, необычный. Да, поэтому... Вот сейчас говорят, что все, собственно, нынешняя номенклатура новая, да, они все выросли с комсомола, то есть всех, если поскрепить, это там верно, комсомольское верно, прошлое. Да. А твой путь отличается от не только мой путь, но вот комсомольцы 90-х годов уже нового, так сказать, постсоветского пространства, конечно, путь отличается, потому что это идейные стойки, борцы за социализм против капиталистического того, что нагрянуло на нас сегодня, да, включая повышение пенсионного возраста. Поэтому новые комсомольцы, они, как правило, в ЛКСМ не состояли. Вот я могу привести пример, как вот депутат Госдумы Дарья Митина, которая сегодня возглавляет первый секретарь ЦК РКСМ Российского коммунистического союза молодежи, она отказалась вступить в комсомол в ЛКСМ вот в 80-х годов, поскольку они занимались там, ну, кооперативами, буржуазными дискотеками там, и так далее, не имели никакого такой отношения. Такой комсомол он сказал, нам не нужен, мы создадим свой комсомол. Чем он в 90-х годах вот и занялись, и поэтому... И Дарья Митина была самым молодым депутатом Государственной Думы в 1995 году, ей было всего 21 год. Вот. И, значит, вот с тех пор здесь новый комсомол. Олег, объясни мне, пожалуйста, вот эта неделя нам в очередной раз печальные новости принесла, я имею в виду события в Архангельске. Ну, назовем их тинейджеры, да, молодые люди 17-18 лет, до этого в Керчи. И на фоне этих событий заговорили о том, а кто нынешний кумир молодежи, а найдутся ли подражатели, а где, собственно, вот те молодежные организации детско-юношеские, которые должны там, в общем, смыслом наполнять жизнь молодого человека.
Вот сейчас неподходящее ли время, чтобы развернуться к комсомолу? Почему он до сих пор малочисленный, да, и почему не удается привлечь большое количество подростков? Нет, ну сейчас это молодежная общественно-политическая организация, то есть, да, которая вот современный РКСМ, российский комсомол. Но если образовался вакуум, наработки используете? Надо вспомнить, что в ЛКСМ было 42 миллиона, и ЛКСМ поддерживало государство. Это было даже не при КПСС, это было при государстве. Это при государственной структуре. И во многих странах мира есть такие, допустим, молодежные организации, когда государству выгодно, она развивает, так сказать, и контролирует положение дел, чтобы не было вот тех негативных явлений, о которых вы говорили. Да? Сегодня нет государственной политики в этом плане. С другой стороны, мы говорим о многообразии, поэтому поддерживаются многообразные молодежные организации, в том числе и финансовые. Ну, у семеняник, да. Дитя без глазу, как вот выяснилось. И получается. Я думаю, что вот это было неправильно, потому что единая молодежная организация, она была просто необходима. Ну, вот. И к этому, наверное, все равно придут. И опыт вот столетия комсомола в этом плане бесценен. И более того, вот мы сегодня говорили о том, что те люди, которые возглавляют у нас и Мурманскую область, и в целом в стране, да, они вышли через комсомол. И они сами понимают, что если бы не комсомол, их бы и не было на вершине политического олимпа. И они понимают, что такая организация нужна, но вот как это сделать, вот еще сомневаются, думают. А современный российский коммунистический союз молодежи, он не думает, он действует. Может быть, хорошо, не так глядя, много. Допустим, на биографию нашего губернатора, мы все знаем, что она, так сказать, выросла из комсомола. Сейчас молодые люди захотят, собственно, эту же школу пройти. Куда им идти вообще? Остались ли ячейки? Где принимают комсомол? Нет, ну ячейки остались. Вот у нас есть в Мурманске комсомольская организация, в Оленегорске комсомольская организация. Они немногочисленные, но тем не менее не есть. Это действительно комсомольские идейные организации, которые идейные. Выступают. Идейные, то есть, да, нужно приходить подкованным? Нет. Будут задавать вопросы? Подковать можно и в процессе деятельности. Главное, чтобы было желание что-то сделать, а не сидеть там в интернете что? Или на печке. Вот раньше выращивали с комсомольцев, так понимаешь, строители Комудина. А сейчас-то куда им силы свои приложить? Как долго они остаются, собственно, вот, нет, ну вот, например, в союзе? Вот то, что мы называем сегодня волонтерским движением, это вот составная часть была и в ЛКСМ. То есть, вот, и поэтому эта традиция перетекла просто под другим названием, под другим флагом. Поэтому почему нет? Вот те, кто занимается волонтерством, я думаю, считаю, что они уже наполовину комсомольцы, потому что делают нужное общее дело ради большинства людей. Хорошо, как долго вот комсомольцы в этой организации состоят? Существуют ли, как вы говорите, миграционные процессы и отток молодежи, которые постоянно обескровливают вот эти ячейки? Я могу сказать по Мурманской организации. Состоят, можно, с 14 лет и там, в принципе, до 30. Но у нас вот сложилась такая традиция. Она не связана даже с комсомолом в целом. То есть молодые люди, которые достигают там 17-18 лет, либо уходят в армию, либо поступает в высшее учебное заведение, как правило, Москвы или Питера, да, и назад уже не возвращается, поскольку, я говорил уже, комсомольцы – это люди одаренные, это не пьют, не курят, там, наркотики не употребляют, их с удовольствием разбирают, так сказать, работодатели в Москве и в Питере, и, к сожалению, вот наша комсомольская организация поэтому и не растет в Мурманской области, потому что всех хороших ребят, ну, обратно уже не возвращает. Ни армия, ни флот, значит, ни высшее учебное заведение Москвы. Я понимаю, что хорошими делами в наше время сложно прославиться. Тем не менее, Олег, вспомните, вот за какие такие дела комсомольские вам до сих пор не стыдно? Ой, ну, я могу привести пример. Вот у нас до сих пор в Мурманске живут вот два, значит, ну, бывших комсомольца, вот там Алексей, значит, Макаров и Виталий, значит, да. Вот я считаю, что вот они молодцы. Они в тяжелом 91-м году, когда рушилось все, социализм, красное знамя, они взяли и подняли флаг над зданием, значит, областной администрации. Сорвали трехколор и повесили красное знамя ночью. Люди выходили днем, и все аплодировали, власть все радовались. Вернулась. Да. Поэтому советская. Я думаю, что даже вот не совершив какого-то большого подвига, но вот сопротивление начинается с маленького. А дела, может быть, успели вы где-то на стройках комсомольских побывать? Или уже все тогда в 90-х годах уже не то, что строек комсомольских не было, не было строительства вообще. Вот, поэтому 90-е годы – это такая дыра, о которой еще будет долго-долго писать. То есть, собственно, приложить свои силы было некуда, а только сохранять традиции? Ну, помимо традиций, были же люди, которые занимались, например, детскими клубами. Вот у нас в Мурманске было порядка 150 детских клубов в советское время. В 90-х годах, когда я занимался детским клубом, было порядка 50 детских клубов. Опять-таки, они финансировались государством? Нет, муниципалитетом. Или муниципалитетом, в любом случае, никто не скидывался. Да, но сейчас их осталось вообще
5-7 на весь город Мурманск. А потом мы говорим, откуда вот в детской наркомании там, и так далее, другие там преступность. Вот если дети бы занимались детским клубом там, в кружках там, по месту жительства, да, то есть им некогда было заниматься негативными явлениями. А у нас пошли по пути увеличения сотрудников милиции и полиции, значит, ну, каждому подростку не представить. Не знаю, у нас жалуются, что их стало мало, особенно инспекторов. Значит, ну, тогда будет расти преступность. Заведений. Да. То у тебя есть возможность, праздник-то какой, можно долго праздновать, да. Обратиться к единомышленникам, ну, и я хотел поздравить, во-первых, все поколения комсомольцев, и те, кто воевали в 40-х годах, и те, кто строили БАМ, и комсомольские ударные стройки на территории Мурманской области. Хочу пожелать самое главное здоровья ветеранам комсомола, ну и комсомольцам 90-х, уже 21 века, ну, творческих успехов и в борьбе за дело социализма и Красного Знамени. Потому что, с моей точки зрения, те, кто отказывается от своей истории, от своей страны, от своего юбилея, столетия, да, они работают на иные, зарубежные структуры, которые постепенно разрушают наше сознание. Потому что им не важно, кто там, коммунисты, комсомольцы или просто Россия. Короче, мы сегодня видим, что базы НАТО, они как были, так и остались. То есть им наша цивилизация не устраивает в любом раскладе. А в наш цивилизационный подход входит там и русская философская мысль, и ударные комсомольские стройки. Поэтому... За что я люблю комсомольцев? Они политинформацию могут устроить в любом месте, да, вот в любое выделенное им время. Поэтому всех с праздником со столетия комсомола и с наступающим праздником 101-й годовщины Великого Октября. Если бы не было Великого Октября, не было бы и комсомола. Спасибо большое, Олег Рябцев был у нас, да, в гостях. Продолжение темы. Флотская столица также отметила столетие комсомола. В числе почетных гостей были ветераны молодежного движения 70-х годов прошлого столетия. Все лучшее, что было, помнить надо с достоинством, чтоб сердцем не стареть. Нам 100, но души наши млады, и комсомол всегда нас будет греть. Темой 7-го городского праздника белых журавлей в Североморске стало столетие комсомола. В зале городской библиотеки нет свободного места. Ветераны движения, словно мостик из прошлого в будущее, делились опытом с совсем юными комсомольцами. Трогательные истории из прошлого не оставили равнодушными никого. Это секретари Североморского горкома ВЛКСМ, инструктор-секретарь 70-х годов, 60-х, 70-х. Это настолько далекая эпоха от нашей молодежи, что поэтому мы предоставили слово, дали возможность хоть немножко высказаться, потому что одно дело герои на экране, а другое дело живые люди. Сергей Ильич живет в Мурманске, он практически недалеко от нас, а Михаил Михайлович, он краевед, который живет в Карелии, уже переехал, но у него семья еще осталась в Мурманске, он приезжает там сюда, работает в архиве, ему это интересно, он пишет истории, в том числе историю комсомола. На груди у активистов новые медали. Они специально созданы к столетию комсомола. За стеклом библиотечных стендов газеты и книги, на страницах которых увековечены подвиги, совершенные комсомольцами как в годы войны, так и в мирное время. Выставка бережно собранных экспонатов, которые с каждым годом обретают все большую ценность. Организаторы тщательно планировали встречу, старались учесть каждую деталь. Они признаются, если бы не помощь спонсоров, праздник вряд ли получился бы таким масштабным. Я очень сильно благодарен Андрику Владимировичу Мусатяну за помощь. За помощь в данном мероприятии. Если бы не он, это было бы трудно, все бы организовать нам. Огромное ему спасибо, конечно, огромное спасибо ему. Это они, комсомольцы, ценой собственных жизней защищали страну от фашизма. Первыми ехали поднимать целину и тянули железнодорожные артерии в самые отдаленные участки страны. Активисты утверждают, история комсомола – лучший пример патриотического воспитания молодежи. Недавно в Североморске решили возродить прославленную организацию. Ребята активно сотрудничают с единомышленниками из других городов Заполярья. У комсомола есть огромный опыт воспитания молодежи. Потому что комсомол – это та организация, которая была фундаментом в строительстве общества. Она как цемент сплачивала всех молодых людей. Юные комсомольцы такому общению рады. Говорят, участие в движении не только помогает найти новых друзей, но и узнать много нового. Сегодняшнее мероприятие важно, чтобы люди, которые не знают об этом, узнавали что-то новое для себя. Вот, например, я узнал, что такое ликбез, ликвидация безграмотности. И множество других терминов. И пусть в комсомольской организации Североморска пока менее 10 человек. По их словам, они гордо носят на груди значок и верят. Они, по примеру старших, легендарных комсомольцев, обязательно внесут свою лепту в будущее страны. Прямо сейчас реклама на телеканале Арктик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на канале Арктик ТВ. В студии Александра Ритунская.
На этой неделе североморских летчиков, погибших 76 лет назад, со всеми воинскими почестями предали земле в Североморске. Этим летом со дна озера Ваенгское вместе с тремя членами экипажа легендарной боевой машины подняли самолет Пе-2. После изучения архивных данных специалисты установили, что пикирующий бомбардировщик погиб в августе 42-го. В тот роковой день экипаж выполнял задачи боевой подготовки, но точная причина его гибели пока что не установлена. По одной из версий, самолет получил повреждения в ходе внезапного налета вражеских истребителей. Что когда уже мы находим их, и вот чтобы уже не под толщей воды, не где-то в лесу, не в болоте, не под камнем, где-то он лежит, а он будет упокоен, у него будет имя свое, персональная могила, это самое важное. Очень важно, чтобы человек лежал на том месте, где его похоронили, с почестями воинскими. Это очень важно для всего народа. Поисковикам удалось узнать имена героев. Ими оказались командир 2-й авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман старший лейтенант Игорь Зильберг и стрелок-радист младший лейтенант Леонид Пластинин. Огромную помощь в работе по подъему бомбардировщика и захоронению останков летчиков оказало руководство Краснознаменного Северного флота. Мы их находим, придаем земле, стараемся найти родственников. Нашли только родственников одного. Вот. Но приложим все усилия, чтобы найти остальных. В силу погодных условий зимой будем работать с документами, с архивами, а по весне опять начнем поисковые действия. В торжественно-траурной церемонии захоронения, которая состоялась на военном мемориальном кладбище флотской столицы, приняли участие представители власти, командование Северного флота, молодежные патриотические объединения, поисковики и горожане, которые тоже пришли почтить память экипажа. Я понимаю, что при поддержке флота, при непосредственном участии поисковиков мы можем это делать. Это очень хорошо. И вот я рад, что сегодня столько детей посмотрели на то, как флот, город, жители Североморска отдали долг памяти людям, которые погибли за их свободу. После поминальной службы под оружейный салют погибших летчиков предали земле. Но на этом работа поисковиков не ограничивается, ведь, как говорил Суворов, война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. В Никеле на этой неделе прошел слет социальных предпринимателей, как новичков, так и маститых. В том числе приехали бизнесмены из других регионов нашей страны. Отличие социального предпринимательства от обычного в том, что бизнесмены решают социально значимые проблемы общества и активно привлекают к работе людей из социально незащищенных слоев населения. Одной из главных задач слета, организованного в Никеле, стало формирование сообщества, которое сможет напрямую общаться, обмениваться идеями и делиться опытом в пока еще отстающей сфере рынка товаров и услуг. В России этот вид предпринимательства только набирает обороты, но делает он это семимильными шагами. И, как отмечают эксперты, уже совсем скоро мы непременно выйдем на новый уровень. Уровень тех проектов, которые появляются и развиваются в России и дорастают, а он ничем не уступает, например, тому, что я вижу в Австрии или в Германии. Хотя мы в силу определенных обстоятельств гораздо позже узнали и начали развивать социальное предпринимательство. Это очень-очень вдохновляюще, очень-очень круто. Одним из спикеров слета выступила Гузель Санжапова. Девушка решила начать работать на себя 5 лет назад. И за это время ей удалось наладить производство сладостей из меда в маленькой деревушке на Урале. Гузель начала сотрудничать с несколькими бабушками, которые собирали ягоды, главный ингредиент медового угощения. Помимо лакомств, сейчас компания реализует травяные чаи и продукты из карамели. А штат работников вырос до 11 сотрудников. И это не считая тех, кто задействован в сборе ягод. Благодаря предпринимателю деревня из угасающей глубинки начала активно возрождаться. Мы в какой-то момент очень быстро поняли, что если ты даешь работу людям, это мало. Нужно позаботиться об их жизни тоже. Поэтому построили детскую площадку, общественную зону. А сейчас мы строим общественный центр, чтобы у людей было место, где встречаться, тусоваться. А с другой стороны, чтобы у местных подростков появились новые возможности образования. На слете Гузель рассказала о своей истории, поделилась трудностями, которые могут возникнуть на пути к осуществлению мечты. Но пример девушки не единственный успешный. Например, Юлия Николаева, которая после карьеры гимнастки организовала в своем родном Норильске самый северный цирк в России. Помимо этого, Юлия открыла на малой родине центры, где молодежь занимается танцами, паркуром и гимнастикой. Молодым предпринимателям она тоже дала пару практических советов. Не бояться,
То есть идти вперед, если очень хочется что-то сделать для людей, вот, и, конечно, изучить изнутри свой продукт. Участников слета ожидали тематические площадки, мастер-классы и различные конференции, разделенные на блоки «Туризм и ремесла», «Досуг и образование». По заверениям представителей компании «Норникель», которая и выступила главным организатором мероприятия, такие встречи не закончатся и в дальнейшем охватят еще больший процент социальных предпринимателей со всех уголков России. Мы надеемся на то, что это станет хорошей традицией. Ну, вот первый опыт был очень положительным, и, собственно говоря, вот слет проходит сегодня здесь. И если и здесь мы получим те же самые эффекты, то я уверен, что будет и третий слет. Качественные результаты от проведения слета можно будет увидеть только спустя время, когда проекты пройдут фазу реализации. Но факт того, что в Никеле молодые инициативные бизнесмены обменялись идеями и опытом, определенно положительно скажется на уровне социального предпринимательства в регионе и стране. На время осенних каникул детский лагерь «Гангвик» открыл смену для ребят со всей области, которые смогут набраться сил перед второй четвертью, а также обрести друзей из разных уголков Кольского полуострова. Для учеников наступила приятная долгожданная пора каникул, когда можно забросить тетради и учебники подальше и хоть на время позабыть о домашних заданиях. А тем, кому особенно повезло, отправились в оздоровительные лагеря, которые находятся как в черте областного центра, так и в живописных уголках далеко за его пределами. Здесь, вдали от цивилизации, на берегу Белого моря расположился уникальный детский оздоровительный лагерь «Гангвик». Сюда приезжают сотни ребятишек со всей Мурманской области. Многие из них бывают здесь не по одному разу. И это объяснимо, потому что невозможно не влюбиться в эту природу и в этот лагерь. Детский центр работает уже более 80 лет. В нулевых годах началось его активное восстановление. С тех пор здесь под руководством чутких педагогов успели отдохнуть тысячи заполярных ребят. С некоторыми из них до сих пор поддерживают теплые отношения. Много из Ревды ребят, которым сейчас уже по 25 лет, они до сих пор звонят, поздравляют с праздниками. Те уже, которые сами стали родителями, но поддержим, приезжают сюда проведывать. В 2010 году в «Гангвике» была развернута съемочная площадка. Режиссер Николай Достоль работал над сериалом «Раскол». Фильм сняли, а деревянные декорации в виде часовни и старинных построек оставили по просьбе дирекции детского лагеря. Территория, на которой расположился центр, потрясает своей красотой. Кроны сосен буквально щекочут небо, а воздух, насыщенный фитонцидами, поднимает настроение, и щеки от него мгновенно розовеют. А еще подопечные лагеря теперь могут еще больше времени проводить на свежем воздухе, гоняя мяч на новой спортивной площадке. Я уже попробовал новую баскетбольную площадку. Я помню, как было раньше. Раньше было немного неудобно, а сейчас намного удобнее. Ну, а волейбол, футбол играл? Немного играл в футбол, волейбол еще не удалось. А вот покрытие как? Удобно? Покрытие, да. Покрытие даже вот при низких температурах не скользит и очень хорошо цепляется. Установка многофункционального спортивного поля взамен устаревшего радует и руководителя лагеря, ведь привить любовь к здоровому и активному образу жизни воспитанникам станет гораздо проще. Нашими шефами стали Траловый флот, которые за этот короткий период, именно 4 года, настолько укрепил нашу материально-техническую базу детского оздоровительного лагеря, что просто хочется их от всей души поблагодарить за это. Вот последняя, как бы их помощь, это вот создание комплексной спортивной площадки, 3 в 1, это футбольная, для мини-футбола, для баскетбола и волейбола с покрытием. Дети очень-очень это ждали и, наконец, вот дождались. Спасибо большое. Траловый флот – старейшее рыбопромышленное предприятие Мурманской области, которое входит в холдинг «Нареба», уже на протяжении нескольких лет помогает детскому лагерю «Гангвик» реализовывать их самые смелые задумки, чтобы отдых оставался в памяти ребят одним из самых ярких впечатлений детства. В этот лагерь мы построили эллинг, купили им лодки, футбольное поле, там внутреннее тоже убранство занимаемся. Планы дальше как бы поддерживать и содержать этот лагерь. Главная цель работы лагеря во время школьных каникул – оздоровить детей, которые живут на севере. Путевки через региональное министерство образования распространяются по муниципалитетам. За год здесь отдыхает 800 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для некоторых такая самостоятельная поездка без родителей – первая. Скучаю. Ну, ты им звонишь или они тебе звонят?
Я им звоню, и они мне звонят. Не переживают за тебя? Переживают, все время спрашивают, как у нас дела, что мы делаем. Ну, а ты что говоришь? Ну, я говорю то, что у нас тут очень здорово, и то, что мне тут очень нравится. Я сюда еще приеду. Родителям не страшно было тебе такую маленькую отправлять одну сюда? Нет. Тебя не обижают большие ребята? Нет. А какие у вас общие интересы-то? Что вас связывает, таких больших девчонок, и тебя? Ну, у меня есть сестра, она дружит с многими ребятами, и поэтому я тоже с ними дружу. Тая взяла с собой любимого зайца, чтобы с ним было не так грустно находиться вдали от дома. Но оказалось, что девочке здесь совсем некогда скучать. Надо успеть с новыми подружками порисовать, погулять, а потом сразу бежать на репетицию нового танца. Смена продлится всего неделю, но и этого времени хватит, чтобы раскрыть свои таланты и создать творческие тандемы. Девочки всего за день смогли познакомиться, подружиться и станцевать так, будто бы они долго репетировали перед выступлением. Вот сейчас танец в каком стиле был представлен? Я не знаю, в каком это стиле. Мы просто нашли танец в интернете и решили его подготовить на мероприятие. К предстоящему открытию лагеря подготовка более чем серьезная. В актовом зале не умолкает музыка, а репетиция номеров не заканчивается практически ни на минуту. Тут даже есть свои опытные конферансье, которые готовы поделиться знаниями с вновь прибывшими школьниками. Я не первый раз сюда приезжаю и буду возвращаться снова. Я знаю кучу ребят, их очень много, их не сосчитать. Каждая смена – это плюс 20-30 человек новых знакомых. И это очень замечательно. В Гандвиге есть хорошая традиция начинать новый день с 9 утра, что относительно поздно для таких детских организаций. Но руководитель лагеря Юрий Рыжанков считает, что здоровый крепкий сон во время каникул – это первый залог хорошего самочувствия. А восстанавливают силы в течение активного дня ребята в столовой. Ее в прошлом году обновили. Питание для детей здесь пятиразовое. В одну смену у нас питается 107 человек детей за один раз. И вот благодаря шефам в 2017 году мы провели капитальный ремонт зала, столовой, вот этих помещений подсобных. Большое еще раз им спасибо, очередной раз. Заботливые повара накрывают столы и ждут проголодавшихся ребят. Сегодня на полдник будут оладушки, те самые, с пылу, с жару, которые, наверное, все мы любили в детстве. Что делали, проголодались-то? Лежали и спали, играли в футбол. Ну а набираете сил для чего? Что будете потом делать? Тренироваться, сдавать ГТО. Впереди у ребят целая каникулярная неделя, насыщенная событиями. А потом школьники и педагоги разожгут во дворе прощальный костер, что знаменует закрытие первой осенней смены. Дети разъедутся по домам, а лагерь будет готовиться к встрече с новыми подопечными, которые вновь наполнят смехом и весельем Гандвиг. Элина Ким, администратор группы Arctic TV ВКонтакте, продолжит вместе с нами подводить итоги. Итак, какие события вызвали наибольший отклик у подписчиков, а может быть, обсуждали нечто иное, на что редакция не обратила внимания? На самом деле, неделя была такая ужасная. Как раз неделя заканчивалась Хэллоуином, и вот все события, которые были во время этой недели, были потрясающими такими, что... Чертовщина какая-то. Да, 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 прям удивительно. Неделя... заканчивалось прошлое тем, что был блэкаут по всему городу и по всей области, и он также продолжался, и начало недели точно так же началось. Нам писали наши читатели о том, что в Североморске постоянные перепады напряжения действовали так, что даже щитки постоянно искрились и вызывали пожарную службу. То есть многие люди очень беспокоились и переживали, не понимали, что происходит. И, конечно же, то, что больше всего потрясло, это я утром проснулась, я увидела кучу пропущенных сообщений, кучу звонков. Все писали о том, что у нас затонул док. Естественно, когда мы разместили об этом сообщение, то люди начали переживать о том, не пострадали ли их близкие, там очень переживали. И сейчас до сих пор вот спрашивают наши подписчики о том, нашли ли последнего пострадавшего или нет. Но, к сожалению, его пока не нашли, по последним данным. И около сотни человек его разыскивают. Ну и все, конечно же, спрашивают постоянно о состоянии мужчины, который до сих пор находится в тяжелом состоянии. Скажи, пожалуйста, а были среди подписчиков жители Рослякова, люди, работающие на СРЗ, переживают ли они о будущем, собственно, предприятия, останутся ли они с работой, с хлебом? Ну, на самом деле, в интернете лица засекречены, и многие высказываются едко в адрес и Дока, и в адрес Кузнецова. Некоторые язвят о том, что лучше бы вообще все утонуло, и Кузнецов тоже. Но это вот
такие люди, которые мистер Икс, такие инкогнито, которые вот такие мнения выражают. Также быстрая была реакция губернатора Мурманской области Марины Ковтуны. Она сразу же буквально там утром дала комментарий, который тоже произвел такое впечатление на людей. Она была такой неформальной обстановке, скажем так. Некоторые люди это не поняли, осудили, но, с другой стороны, это была оперативная реакция, то есть, чтобы людей успокоить. Ну, это как-то разбавило информационный вакуум, и, собственно, на недостаток информации жаловались, начиная с пятницы по понедельник, не понимая, что происходит с электричеством, поэтому это было как-то очень вовремя сказано, да, я считаю. Да, да. Ну, и масло в огонь подливали взрывы, которые были слышны по всему городу. На самом деле, это были вот взрывы на Белокаменке, и люди уже, которые были и так напряжены вот постоянным отключением электричества, затем вот утонул этот док, и уже просто какая-то началась такая паника, суета. Никто не понимал, откуда же вот природа этих взрывов, но в итоге все успокоились, все закончилось благополучно. Еще, конечно же, спрашивают подписчики о том, кто же будет все-таки отвечать за то, что утонул этот док. А еще, что было примечательно, то, что началась каша. С утра гололед, каша по всему городу, и стали такие происходить, начались эти дни жестянщика, когда просто начали улетать большегрузные автомобили. Ну, казалось бы, все уже точно переоделись. Переобулись. Да. В чем причина? Мне кажется, эти перепады просто температур просто не успевает посыпать песком, потом опять... На катке даже шипы не помогают. Не помогают, улетали даже эвакуаторы. Нам подписчики прислали свои видеосъемки и фотографии о том, что много людей пострадали на дорогах вот в этот период. И опять же мы написали о том, что в день памяти политических жертв политической репрессии открыли в Коле памятник жертвам политических репрессий. И почему-то эта новость всегда вызывает вот такую волну каких-то обсуждений, потому что люди считают, одни говорят, что увековечивают эту память, зачем это надо, другие говорят, что наоборот хотят на каком-то контрасте сыграть, что было вот посмотрите, как плохо, а сейчас же вот все хорошо. То есть всегда есть и противники этих новых монументов, и также и сторонники. На самом деле, не знаю, мне кажется, у нас же вот Мурманская область строилась кровью, потом, политзаключенными, в принципе, может быть, целесообразно как-то. Надо почтить их вклад. Да. И еще что вызвало такой интерес, то, что на Героев Рыбачьего установили бокс, в который могут люди класть свои вещи, которые уже, может быть, не нужны по каким-то причинам, но хорошие. И эта новость всех заинтересовала. Вообще, вот в последнее время... Слушай, у меня столько вещей, мне кажется, я одна могу этот бокс заполнить. Так у многих такая проблема, с горкой, да. И что людей стали интересовать именно экологические проблемы, о том, что не хотят люди выбрасывать много вещей, которые еще могут быть полезны. И некоторые женщины стали писать, ну зачем туда сдавать, если их потом будут продавать и получать какую-то коммерческую выгоду. А куда действительно пойдут эти вещи? Эти вещи пойдут на продажу, да, секонд-хендом. Но, я не знаю, мне кажется, лучше уж пускай люди носят и будут полезны, чем они отправятся на помойку. Ну, это мое мнение. И, конечно же, вот одна из таких главных новостей этой недели, то, что шпицы, которые были, которых забрали у заводчицы. Арестованные, да. Шпицы, залоговое имущество мохнатое. Что, да, с ними? Они отправились в Подмосковье в частный приют, где им будет оказана медицинская помощь, где их кастрируют. То есть их выкупили? Их выкупили. Процедура вот передачи этих шпицев была очень серьезная. Даже на вот этой передаче был сам руководитель Росимущества. То есть все было так под контролем, оперативно. В принципе, вот эта организация, организованность такая была приятная. И, конечно же, не радует то, что... Конечно же, не может не радовать то, что эти шпицы окажутся, ну, я надеюсь, в надежных руках, и эта история наконец-то закончится. Ну, давайте сюжет посмотрим. Тем более, я так понимаю, Элина, вы же не только за гаджетами сидите, вы еще и в поле работаете. Собственно, ваши сюжеты посмотрим. Вот и подошла к концу история со шпицами, которые оказались в плену у недобросовестной заводчицы. Совсем скоро они отправятся в Москву, где после реабилитации обретут новых заботливых хозяев. В середине октября мурманские судебные приставы изъяли и поместили в Центр временного содержания животных 86 породистых шпицев. Собак забрали у заводчицы, которая не смогла расплатиться по счетам и задолжала 900 тысяч рублей. Женщина брала кредиты в банках и не платила за коммунальные услуги. Кроме того, горе-хозяйка не утратила.
утруждала себя должным уходом за питомцами. Четвероногие жили в ужасных условиях. Почти у всех ветеринары нашли кожные заболевания и различные инфекции. Также они были крайне истощены. Выжили не все спасенные собаки, 13 из них погибли. Оставшееся большинство продали в частный подмосковный приют. Представители столицы прилетели первым рейсом в Мурманск, чтобы увезти животных с собой. А дальнейшая судьба тех, кто летит в Москву. Нас ждет уже ветеринарный центр, он арендован нами полностью. Они ждут, чтобы пройти полностью обследование собак, будет сделаны все необходимые анализы, будут произведены все необходимые ветеринарные манипуляции, кому-то потребуются экстренные операции, кому-то плановые операции. Далее животные будут стерилизованы, кастрированы и привитые, обработаны от всех паразитов и будут пристраиваться в добрые ответственные руки под договор ответственного содержания. Практически из всех мурманских зоомагазинов исчезли переноски. Их скупили для того, чтобы транспортировать собак на новое место жительства. Помощь волонтеров и неравнодушных горожан в спасении шпицев неоценима. Они приносили для них корм и пеленки. Благодаря им удалось спасти большую часть животных. На сегодняшний день душа у нас спокойная. Мы очень рады, что к нам приехала помощь из Москвы. Что собаки скоро окажутся под контролем ветврачей на лечении. Также мы хотели бы выразить огромную благодарность всем неравнодушным жителям нашего города, сотрудникам ЦВСЖ, ну и всем остальным, кто помог нам в этом вопиющем случае. Такой случай действительно уникальный, поэтому и внимание к нему было особенным. Все процедуры, связанные с оформлением документов, торгами и продажей собак, прошли быстро, организованно и без лишних проволочек. Сегодня в рамках исполнительного производства, именно сегодня, Росимуществу были переданы 55 собак породы шпиц. Мы их приняли, этих собак, и, соответственно, сегодня же, то есть очень оперативно, то есть мы их получили в 11 утра, даже, наверное, уже в 12 часу, через полтора часа мы подписали все необходимые документы для передачи собачек в центр, который располагается в Московской области. Впереди у собак непростое путешествие. Пока неизвестно, как они отправятся в Москву. Среди вариантов – самолет или поезд. Но всем зоозащитникам хочется, чтобы все шпицы перенесли поездку легко и без особого стресса. Хоккейный клуб «Мурман» готовится к грядущим матчам, которые состоятся в Суперлиге российского чемпионата. Для команды это очень ответственный шаг к успеху и неподдельная радость для болельщиков. По мнению многих болельщиков, хоккей с мячом нисколько не уступает в зрелищности своему более популярному старшему брату с шайбой. Тем более, что наши хоккеисты из Мурмана вновь выступят в российской суперлиге, самом авторитетном дивизионе отечественного чемпионата. Команда стала участником кубка после яркой победы в высшей лиге прошлого сезона. И теперь им предстоит столкнуться с сильнейшими командами страны. Вот этот шаг, который мы сделали в суперлигу, нам будет непросто. Но, хотя мы ездили уже на кубок. В принципе, провели достойно все игры. Готовимся. Я думаю, что со всеми будем стараться играть. Обыгрывать. Недавно в Мурмане обновился состав, но, как отмечают сами спортсмены, атмосфера в клубе дружеская, и все хоккеисты постараются добиться поставленных целей и прийти к победе. В целом все хорошо, работаем в процессе. Команда обновилась, получается, на 50%. Вот. Ребята отличные, сыгрываемся, разговариваем между собой. Ну, идем к определенной цели, то есть достигать, естественно, в каждом матче побед. Дальше уж посмотрим. Самый северный в мире профессиональный клуб по хоккею с мячом в данный момент ведет активную подготовку к грядущим матчам. Тем более, что сезон обещает быть невероятно зрелищным и напряженным. Сейчас мы вот два дня проведем здесь в коробке, так как у нас большой лед еще не готов, но мы уже начали потихонечку его готовить. И в среду, 31 октября, мы вылетаем уже в Киров. Для того, чтобы три дня покататься, и 3 ноября первая игра в Суперлиге с Кировской родины. После игры в Кирове мурманчан ждет встреча с Волгой в Ульяновске и с нижегородской командой «Старт». А уже 15 ноября хоккейный клуб «Мурман» будет играть домашний матч против сыктывкарского «Строителя». Хоккеисты признаются, что будут очень рады видеть на трибунах как старых, так и новых болельщиков, ведь в последний раз клуб участвовал в Суперлиге 6 лет назад. Приходите нас поддержать. Вместе мы сила!
В настоящий момент поддержка хоккейного клуба «Мурман» обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба. Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» является одним из основных партнеров единственного в регионе профессионального клуба хоккея с мячом. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба, стадион-строитель и содействуют развитию юношеского спорта. На этом наш выпуск завершен. Впереди нас ждут длинные выходные и День народного единства. Встретимся ровно через неделю на канале Арктик ТВ, чтобы в очередной раз подвести итоги.